Думаю, мы начинаем привыкать к этому месту. Сюда нелегко привозить людей. Чтобы доставить 30 человек, требуется примерно 40 минут. И да, народу сегодня много, 250 человек. Большая часть — это войско. У нас тут есть несколько местных, и они приезжают из Нейпера, Пармастон-Норд. Есть целая араба веллингтонских эльфов, которые возвращаются сюда, чтобы снова стать эльфами. Так что у нас тут крепкая компания завсегдатаев, которые продолжают возвращаться. Хорошее тут место, похоже на Луну. Только тут легко подвернуть лодыжку или ушибить колено. Так как сама съемочная площадка маленькая, они заставляют актеров бегать. Недавно снимали войско и потеряли 5 орков в первый же день. 2 из-за клаустрофобии, одного из-за... 2 подвернули лодыжки и 1 повредил колено, колену чашечку. Итого всего где-то 7 выбыли. 7 выбыли. 7-0 в пользу вулкана Руапеху. Так что вот так, сливаем в сухую. Снято! И мох. Не знаю, в курсе ли ты, ох уж этот мох, по поводу мха. Док, наверное, рядом, но, верно, нам можно ходить только по ковру. И, как видишь, тут много ковров повсюду. О боже, кажется, мы наступили на мох. Так и есть. И эта мелочь тоже добавляет нам головной боли. Иногда мы видим, как люди бегут в атаку и вдруг начинают обходить мох, вместо того, чтобы думать об атаке. Так что просто старайся смотреть под ноги. Но мы очень осмотрительны и все очень осторожны. Молодец, Док. Мох — это круто, мох — это круто. Камни, камни, камни. Да, здесь одни камни. Мох. Мох. Избегаем его. Ступаем на ковер. Избегаем его. Ступаем на... Замечательно. Приготовиться. Стой! Раз, два... Это крупнейший малобюджетный фильм, снятый где-либо за последнее время. Это крупнейший малобюджетный фильм, снятый в Веллингтоне. В Веллингтоне. Это крупнейший малобюджетный фильм, снятый за всю историю Земли. Знаю. Каждый раз меня спрашивают, почему с таким бюджетом вы снимаете в жестяных сараях? Куда? Куда уходят все деньги? Ты сказал им, что мы построили эти жестяные сараи? Снято! Отлично! У нас будет музыка кольца, очень похожая на прекрасную эльфийскую музыку. Она будет иметь такое лирическое, соблазнительное звучание, такое обманчивое, просто прелестно, из-под которого будет пробиваться черное наречие, такие булькающие, коварные, зловещие, шепчущие звуки, которые становятся тем громче, чем яснее видно, что это за кольцо. Ну, его истинная суть становится понятнее. Верно. Итак, у всех призраков кольца должны быть разные мечи, я правильно понимаю? Именно так. Мы пытаемся создать этакую мифическую реальность. Она должна выглядеть так, как будто в ней жили, вкалывали, ломали вещи и чинили их. И если это ощущение передастся зрителю, тогда из нашей затеи что-то получится. Меня опять достают просьбами пустить людей поглазеть на съемки. Например, сегодня мы тестируем грим. Я вынуждена сказать «нет». Мне явно придется написать памятку. Замечательно, что всем это интересно, но толпа зевак нам ни к чему. Они отвлекают актеров. Я понимаю человеческое любопытство. Тут все очень интересно, необычно, но я повторяю еще раз для всех. Ответ всегда будет «нет». Так что, пожалуйста, больше не звоните и не просите, потому что я отвечу «нет». Должен предупредить, у нас будут некоторые пения с племенем Маури по поводу изображения горы. И я уверен, мы должны на нее посмотреть. Нет. Вам не интересно? Что ж, может быть, мы просто скажем... Я думаю, мы получим согласие, просто нам нужно стоять на своем. Что ж, это интересный вопрос, потому что, мне кажется, она нам не понадобится. Если мы будем снимать гору, нам придется сделать из нее извергающийся вулкан, так как Роковая гора все время извергается. И если мы сделаем вулкан, наверное, нам понадобится гора поинтереснее. Потому что вид горы отсюда никуда не годится. Она выглядит... Вообще не видно, что это пик. Просто какой-то подъем к горному хребту. А если мы хотим Роковую гору, нужен огромный извергающийся пик, так что... Заостренный. Да, действительно, она не годится для... Что самое смешное, мы можем сделать так. Направим камеры туда, а потом заменим все миниатюрами, компьютер взрывами, так что поэтому можем смело сказать им, что не будем снимать гору. Думаю, в таком случае честнее и правильнее будет сказать, что гора не появится в фильме, не появится в фильме. Сейчас главная наша проблема связана с количеством вещей. Мы обсуждали ее вчера, и нам кажется, мы тонем в количестве вещей в нашем отделе. Сложности со снабжением все растут, потому что у нас масса съемочных групп.
и множество дублеров, больше ростом и меньше. У нас 64 костюма Фродо для фильмов и 32 для Арагорна. В итоге у нас набралось по 133 сумки для одежды для каждого персонажа. В результате девочки чувствуют себя, несколько расстроенными. Весь груз, который должен был прибыть сегодня, кроме транковых радиостанций, либо еще не в стране, или в Окленде на таможне. Так что они изо всех сил пытаются найти замену, но мне придется завтра попробовать навести во всем этом порядок, чтобы вторая группа не осталась совсем с пустыми руками. Но им не нужны радиостанции на следующей неделе. Я просто хотела знать, что у нас есть и что есть у них, чтобы в конце концов не получилось, что чего-то будет не хватать, пока мы получили все, что надо. Это будет последний срок. Я жду прибытия еще кое-чего, чтобы решить, все ли у нас есть для понедельника. Хорошо. Итак, это должно сработать. Но это полный бардак. Но я просто хотела сказать, что сейчас... Но сейчас я не хочу, чтобы вы работали завтра. Я не вижу другого способа все сделать. Чего мы должны добиться, и это должно быть видно сразу, это уровни ILM или Digital Domain в спецэффектах, может и лучше. В смысле, по нашим расчетам, Голлум должен выглядеть лучше, чем Джаджа Бинкс в «Звездных войнах». Я имею в виду реализм, синхронность движения губ, и все остальное. В смысле, мы пытаемся добиться этого уровня. Мы собираемся использовать радиостанции, которые получили в понедельник, так? То есть других радиостанций не предвидится? Начальник связи доставит те 30 штук на всякий случай, как резерв. Какие 30? Вы сказали, их еще нет. Мы сможем сделать каждую сцену, запланированную для нас. Если мы снизим планку до уровня «потерянных в космосе», мы потеряем половину наших людей, которые, скорее всего, не захотят с таким связываться. Но мы сможем нанять кого-нибудь подешевле, кто будет рад делать все и так. Мы опустимся до такого качества, что... В общем, варианты такие, пусть выбирают. Слушайте, эти станции у нас уже 100 лет. Я не понимаю, почему их не раздали уже давно? Потому что я ждала, когда прибудет остальное оборудование и трак станции. Ладно, хорошо. Я не хочу, чтобы вы работали завтра. Договорились. Большое спасибо. Я притащу Чарли и влезу с ним во все это. Я посмотрю, может, я наткнусь на что-нибудь, что позволит срезать хотя бы пару миллионов для начала, чтобы продолжить работу, и посмотреть, что мы сможем дальше. Ладно. Вычтите зарплату Джо из моей, если она не может работать завтра. Ей нужно работать завтра, чтобы все закончить. Если тебя это устраивает, вычтите у меня из зарплаты. Я разрешаю. Кэрол, тут... Я наткнулся на нее вон там, всю в слезах. Радио. Не знаю, я не могу поверить, что нельзя раздать радиостанции. Она проработала всю неделю, пытаясь разгрести этот беспорядок. Но работа еще не закончена. Я вернусь в воскресенье. Тут еще полно желающих поглазеть. Она воюет с ними, пытаясь разобраться, что им нужно. Она не сможет закончить все сегодня. Нужен еще один день. Я заплачу ей. Вот и все. Все очень просто. Вычти из моей зарплаты. Привет, как дела? Готов к началу съемок? Что происходит? Что это было? Обычно у нас есть главная осветительная секция. Она дает основное освещение. Есть вторая секция. Не такая большая. Может, с меньшим количеством ламп. Еще есть малогабаритная подсветка, где ламп обычно еще меньше. Но в этот раз каждая из трех секций примерно одинакова. У второй секции почти такие же, как у первой, наборы ламп, разводка, крепления, штативы и прочее. Еще группа мини-подсветки, куча диммеров, контрольные пульты огромные из-за масштабов съемок. Поэтому тут разложено такое количество аппаратуры для распределения по разным секциям. Итак, мы фактически зависаем здесь большую часть дня, говорим о старых фильмах, смотрим, не идет ли Рик Порос, помощник продюсера. Кто-то даже следит за ним из окна, смотрит, не приближается ли он. И когда Рик рядом, мы начинаем делать какие-нибудь раскадровки. Хорошо, если вы перенесете эту часть вот сюда, будет ли она вот эта с... Таким образом, мы делаем 2 или 3 раскадровки и продолжаем дальше обсуждать старые фильмы. Так что сегодня веселый день. Отличный день. Последний из летних деньков перед началом съемочного ада, на самом деле. Из раскадровки мы потом монтируем аниматик. Аниматик — это что-то вроде видеонаброска к фильму, который мы делаем прежде, чем приступить непосредственно к съемкам. Там мы снимаем нашу раскадровку на видеокамеру, а потом склеиваем в Авид. Это дает нам возможность взглянуть на фильм еще до съемок. Делает сценарий более наглядным.
позволяет заметить, к примеру, если сцены фильма плохо стыкуются, темп не подходит или неровный, есть нудные куски, у нас есть возможность исправить сценарий. По сценарию нам необходимо очень старое искривленное дерево с длинными ветвями, нависающими прямо над бэкэндом. Это дерево хорошо подходит под описание, но для работы создает проблемы, так как очень неустойчиво стоит. Все листья, которые завянут, пришлось оборвать, а то, что вы видите, искусственные дубовые листья на проволоке. Тут их примерно 250 000, и 10 человек полторы недели занимались тем, что привязывали листочки. Ты путешествовал к одинокой горе Эхенин, глаголе Эхедо. Множественное число не единственное, верно? Это Синдарин, язык эльфов. Сначала он сидит или стоит здесь, потом тебе надо вскарабкаться сзади. Тебе надо забраться назад, и тогда ты сможешь передвигаться, так что это... Здесь опасно для твоей руки. Так, нормально, да, хорошо. Зейн давно не участвовал в большом представлении. Сейчас он готовится к пандусу. Давай, Зейн. Ты ощущаешь его как миллион разных движущихся частей, которые фактически не соединены, а просто прикреплены. Неплохо. Ты не можешь тренироваться для этой штуки заранее. Просто влезаешь в них и поднимаешься, и ходишь вперед и назад. Эти руки по масштабу соответствуют каркасу, но они точно повторяют движение рук человека, общающегося с хоббитом, подчеркивая соотношение. Это всего лишь пара морковин. И немного капусты. И те три мешка картошки, которые мы прихватили на прошлой неделе. И грибы на позапрошлой неделе. Да, Пипин? Я имел в виду, что он принимает это слишком близко к сердцу. Бежим! Элайджа надо было упасть на землю. Это был очень серьезный эпизод. Свалился на Билли, а я рядом с ним, около его анального отверстия. И в момент падения он немного пустил газы. Здорово, это было здорово. Фантастика, порядок. Хорошо. Спасибо, ребята, было здорово. У тебя еще немного там внутри осталось? Я и Дом показали неплохую актерскую игру и в этом. Быстрее бы узнать, попала это в запись звука. У меня резало глаза. Наверняка попадет в DVD. И они реально воспалились. И меня почти стошнило, ага. Да, нам могут потребоваться другие люди. Даже подумать об этом сейчас. У меня из носа и ушей пошла кровь. Да-да, точно. Обожаю своих приятелей-актеров. Это утверждение? Нет. Это намек? Нет. Это стремление? Это стремление, возможно. Ты видел уши Элайджи? Нормально, вроде бы выглядит неплохо. Просто это такая деликатная штука, но очень важно, чтобы ты добился такого неприметного отблеска вот до этого места. Начали! Если не знаешь, как правильно все делать, ты можешь своими же коленями сломать себе челюсть. Начинаем. Хорошо. Кричите. Ты избрал путь страданий. Я заглянул на секунду во вторую студию. Хорошо, Питер. Давай же, Сэм, пригласи Роузи на танец. Кто я? Просто подойди и возьми ее за руку. Я уже держал ее за руку. Думаю, возьму-ка я лучше еще пива. Так вот, этот Элайджа... Ты знаешь этого парня Элайджа Вуда? Да? Ты уже с ним разговаривал? А, немного. Я разговаривал с ним сегодня. Он полный придурок. Привет, парни. А, привет, как сам? Присаживайся к нам. Как поживаешь, мужик? Ну как вы? Отлично, отлично. Довольно крутой этот зрелищ, не так ли? Элайджа Вуд! У меня есть подарок для тебя, Доминик Монаган. Подарок для тебя. Подарок? Ага. Зачем? Ну, знаешь, просто так. Правда? Просто кое-что, что я купил. Ты это заслужил, мужик. Круто. Ребята, вы рулите. Пойду возьму себе яблоко. Ладно, он...
Когда он к нам подойдет, я врежу ему прямо по... Я уже как-то раз врезал ему по этому месту. Да, ага. Он тупица, и он... Плакал, как девчонка. Вот так. Эй, дружище, эй, эй, ай, ну как ты? Взял яблоко. Эй, круто, парни. Я никогда не встречал таких друзей, как вы. Ой, заткнись. Не, честно. Нет, пожалуй, я тоже с этим соглашусь. Хочешь откусить разок? У меня никогда не было таких близких двоих людей за всю мою жизнь. Кто это? Он из массовки? Без понятия. Он болтает без передышки. Я села, обращаюсь к тебе, пытаюсь поговорить точно. Болтает, болтает, болтает. Ага, постоянно пытаюсь перебить. И знаешь, я занят. А, привет! Билли Бойт! Салют, как дела? Привет! Порядок, порядок. Билли Бойт! Дом, я думаю, нам надо будет через пару минут идти назад. Мы собирались идти назад? Думаю, да. Мне не терпится сделать эту сцену с вами. Да, повеселимся, точно? И всем на репетицию. Ты такой щедрый, думаю, это нам. Да, хорошо. Один идет на посадку, и на подходе еще три небольших. Но у вас будет все в порядке. Я слежу за самолетами возле этого аэропорта, а съемочная студия прямо за нами. Я должна им докладывать, когда самолет будет пролетать над ними, так как нам приходится останавливать съемку. Некоторые актеры более вспыльчивые, чем другие. У одних это проявляется еще на репетициях, у других только во время съемки. В общем, работа классная. Сижу на солнце целый день, в паузах читаю книжки. Время от времени я сматываюсь отсюда, чтобы немного перекусить, но кроме этого я только слежу за самолетами. Можно попытаться поставить камеру так, чтобы она смотрела сюда сквозь дверной проем. Где кольцо падает и остается? Остается на полу возле очага. Хорошо, тогда надо, чтобы мы смогли посмотреть назад на Гэндальфа и Фродо, сидящих на полу вот здесь. Пит, а где очаг в кухне? Так, стол здесь, тогда Гэндальфа можно посадить. Дальше, чем сюда, мы не пойдем. Хорошо. Тогда, если Гэндальф у нас сидит вот здесь, сидит здесь. И может быть Фродо на переднем плане. Движемся внутрь на Гэндальфа, сидящего вот здесь на скамье. На деле, если мы повернем скамью вот так, чтобы он сидел спиной к огню, мы сможем получить немного лучше картинку. Немного лучше, чем здесь, на скамье. Да-да, потому что так легче. Брось кабель так, чтобы он здесь не запутался. Нам пришлось сделать этот фасад трижды. Один для этой декорации, один для декорации большего масштаба и один для большой декорации в Хоббитоне. Так что мы сделаем эту часть дважды, а потом еще раз в Хоббитоне. Вся мебель выполнена в двух размерах. Это в основном для Гэндальфа, когда он навещает Бильбо и Фродо. Зачем Джулии надо было... Разве нет? Все нормально. Думаю... Немного зловеще смотрится. Двигайся с ним. Хорошо. У нас должны быть метки, стоящие в другом дверном проеме. Там же, куда мы завели внутрь актеров. Надо сделать все проверки и снимать. Хорошо. Внимание, съемка. Когда мы протянем щипцы, это будет так, что тебе надо будет протянуть руку сюда, и щипцы будут вот здесь. Знаешь, что-то вроде... Что здесь происходит? Понимаешь? Должно выглядеть таинственно. Что ты делаешь? Оно горит. На мгновение, просто посмотри, как оно горит. Дай мне руку, Фродо. Оно вполне прохладное. Рука поднимается, бросаешь туда кольцо, и глаза снова на ту точку, куда смотрел. Теперь ты видишь? Ты что-нибудь видишь?
Черт бы тебя побрал! Снято! Что-то вроде этого. Понимаешь, о чем я? В основном примерно да. Так, ладно, хорошо. Хорошо, тогда почему бы нам не отснять быстренько этот короткий эпизод, чтобы освободить Ричарда и другую камеру? А вы приготовьте все для ручной камеры. Пойдет? Да, нормально. Хорошо, хорошо, сделано с чувством. Теперь попробуем с Кираном. А Шон будет произносить те же строки здесь за камерой. Так что ты... Шон и Киран меняются местами. Так, подушка на спине поддета? Да, есть. Будь ты проклят, Сэмюэл Гэмджи. Ты что, здесь уши развесил? Я ничего не развешивал, сэр. Я просто обрезал траву под окном, если вы меня понимаете. А не поздновато для стрижки клумбы, а? Я слышал громкие голоса. Что ты слышал? Говори. Ты действительно говоришь правду, и это пугает тебя еще больше. Спрячем его подальше и не будем говорить о нем больше. Никто не знает, что оно здесь, не так ли? Повернись. Кто-нибудь знает Гэндальф? Есть еще один, знавший, что кольцо у Бильбо. Голлум. Я разыскивал это существо повсюду, но враг нашел его первым. И снято. Снято! Верните на место. Да, это было. Не считая строк роли, все прошло по времени. Не считая строк роли? Ну да, кроме исполнения. Что по времени? Совпадение по времени было хорошим. Померить рулеткой? Рулетка на подносе. Мои подчиненные все еще в той комнате. Ты можешь слушать самого себя, и когда услышишь «повернись», увидишь, что это как раз эта точка. Так что, когда ты будешь играть без воспроизведения, ты сможешь почувствовать позицию камеры для момента, когда тебе нужно будет повернуться. Мы оставим его здесь, спрячем его подальше и не будем говорить о нем больше. Никто не знает, что он здесь, не так ли? Поворот. Кто-нибудь знает Гэндальф? Есть еще один. Вот оно. Все настолько запутано. Порядок. Выглядело хорошо. Действительно хорошо. Смотрелось нормально? Да, можно тут чуть-чуть перемотать и запись. Вспышка. Вспышка. Начинаем. Съемка. Хорошо. Мы оставим его здесь. Спрячем его подальше и не будем говорить о нем больше. Никто не знает, что оно здесь, не так ли? Поворот. Кто-нибудь знает Гэндальф? И ты, в общем, просто... Ага. И моя нога будет на этом. Нет, ну ты можешь опустить локоть сюда, и чем ниже он будет, тем лучше ты будешь выглядеть. Он возвращается к огню. Да, мы дадим ему попробовать. Проверят снятое, конечно. Начали. Это главное кольцо. У нас есть видео, сделанное экспертом по эльфийскому языку. Он изучал язык, знает, как он звучит. Он записал все для нас на пленку. Мы использовали его и слова Толкина, книгу Толкина. Как будет старый мошенник? Очень хорошо, но очень странно. В смысле, больше, чем обычно. На прошлой неделе он написал свое завещание и начал смеяться во весь голос. Для актера гораздо лучше подобрать акцент окончательно до проработки сценария. Спонтанные мысли и разговоры. Если актер может использовать акцент в своей свободной речи, не имеет значения, что там в сценарии. Согласны? Они справятся с чем угодно. Они сыграют все, что потребуется. Нет, еда и питье будут литься рекой всю ночь в сторону. Попробуем этот. Питт не собирается наливать вино. Привет, я как раз повторяю свою роль. Мешайте мне. Хорошо, парни, давайте-ка займемся кроватями. Это будет неплохо. Снимаем. Мечи вверх. Удар. 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 Плотновато сидит в ножнах. У всех мечей кончик чуть-чуть закруглен для безопасности. Но если хорошо постараться, меч все равно пройдет через человека.
Это просто немного снижает риск для актеров. Актеры не любят терять кровь, если этого нет в сценарии. Я занимаюсь изготовлением мечей профессионально около 12 лет. Из них 6 лет зарабатываю этим. С момента начала работы здесь я работал над мечами, о которых мечтал всю жизнь, а после работы они мне снились в кошмарах. За все время моей работы здесь я, наверное, сделал около 40 мечей для главных героев, более 60 алюминиевых мечей для трюков, и я также занимался кучей других вещей, вроде сотни или около того всякого оружия из пластиковой пены для статистов. У меня был друг, серьезно занимавшийся сражениями на мечах. Он попробовал этот меч, но он оказался достаточно тяжелым. Помню, работать с ним было достаточно тяжело, так что будет интересно. Начали. Классно. Я, наверное, не спал 2 дня, ну, пару часов из последних 48. Куча танцев около 9 часов, и... Ну, я полностью в этом. 10. Начали. 2, 3 и 4. Хорошо, еще раз. Хорошо получилось. Вот что значит вкладывать энергию в движение. 1, 2, 3 и 4. Еще раз. Голос чуть громче. Голос чуть громче, не надо. Внимание. Хорошо, и просто жди команды. Начали. Готов попробовать следующего? Готов. Начали. Хорошо, спасибо. Положи меч здесь. Спасибо, Майк. Хочу сказать одну вещь. Да, слушай. Подытожила все мои ощущения. В любом случае, ты не можешь снимать. Хорошо, и... Это хорошо. Хорошо. Замечательно, как думаешь? Думаю, большинству смотрящих фильмы с драками на мечах нравится действие, фехтование. Есть такое высказывание про мечи. В течение жизни идет постоянная схватка между добром и злом. В прежние времена ее исход решался с помощью меча. Это означало, что ты стоял с острым клинком, лицом к лицу с плохим или хорошим противником, смотря кем ты хотел быть, и тебе нужно было иметь достаточно храбрости для этого. У смерти от клинка было достоинство. Вау! От них есть толк. Довольно-таки клево, да? Где такие можно достать? Эй, чувак, взгляни на это, офигенно! Может, нам перенести это вон туда? Вверх, поближе к свету. Все на места, если вы на заднем плане. Давайте закроем ворота, обратно на место. О, я была так взволнована, потому что ждала этого около 2 лет. Когда я впервые узнала о подготовке к съемкам фильма, я написала письмо, мне тогда было около 16 или 17, с просьбой поучаствовать во всем этом. Ну и в конце концов я здесь. Это было классное время. В основном просто ходили вперед и назад 3 дня. Тебе не попасть сюда, если у тебя нет таких очаровательных заостренных ушей. Знаешь, это обязательное требование. В смысле, если нет таких ушей, сюда не попасть. Также очень подходит для Стартрека. Абсолютно. При поиске массовки очень важно найти тех, кто увлечен этим, и кто... Даже не знаю, которые не раздражают. Давайте пошлем их назад и оставим их позади. Так что они смогут прийти через... Когда требуется кто-то вроде эльфа, не каждый подойдет на эту роль. В результате мой запас кандидатуры заканчивается. В Веллингтоне проживает 300 тысяч человек, и я пытаюсь найти группу очень высоких и очень красивых супермоделей в возрасте от 16 до 30 лет, доступных 24 часа в сутки в течение 2 лет.
Ну, сами понимаете. У нас сейчас реально напряженно, так что это еще та работа для меня, попытаться сделать так, чтобы самые подходящие оказались в первых рядах. Нет. Он проваливается в мир теней и скоро станет таким же призраком, как они. Не будь таким несчастным в следующий раз. Сегодня в нашем распоряжении находится конь Флориан, который сыграет роль Асфалота, коня Арвен. Это его первый съемочный день. Мы можем приучить его к самым разным вещам, типа шума, вентиляторов, дыма, свету, зеркалам и камерам. Но мы не можем воспроизвести сотню людей на съемке. Так что все равно это из серии «Поживем, увидим». Но я думаю, он будет в норме. Вау, не кусай меня! Готово и... Нет, подожди! Это больно! Зачем ты это сделал? Локти в сторону, потом руки идут вперед и так далее. Где он в кадре? Помогай мне. Если мы поднимем вот здесь, вот так пойдет. Выставьте направление камеры. Ты едешь через лес. Дерево. Дерево. Держи скорость. Съемка закончена. Все. Есть веревка на первой? Веревка в кадре. Веревки на второй. Ты двигался очень медленно. Значит, лифт подъезжает и подхватывает его, втаскивает его. Да не будет неплохо, только держи его покрепче. Кстати, будем снимать падение сразу? Делаем или нет? Ты хочешь? Боже, дождь начинается. Мужики, полное невезение. Будем? После дождя от костюмов ничего не останется. Давайте подождем, может прекратиться. Когда большинство людей дома пытаются спасти свои дома и перекрыть путь мешками с песком, мы снимаем фильм. Эй, Каролин, когда наши уменьшенные двойники будут готовы? Мы наедем на тебя камерой. Я не знаю, что здесь делать. Снег! Я не команда Баламуйте. Это Ричард устроил снег, просто чтобы ты был счастлив. Блестяще. Большое спасибо. Когда они соскальзывают, просто поправь лямку обратно. Так, ты будешь здесь, а не там. Держишь звук здесь. Ты исчезаешь, мы покажем тебя уходящим за кусты. К этому моменту нам, возможно, придется вернуться. Вторая проблема. Все начинают потихоньку замерзать. Я просто хочу сказать, очень холодно, и люди, и кони начинают дрожать. И я видела, как кое-кто... Так, что, сворачиваемся, да? Я думаю, надо. Хорошо, давайте уходим. Готов и готов. Должно смотреться так, будто эти блоки еле держатся. За годы они посдвигались, провисли, погода их состарила. Трещина.
Вот, мгновенное старение. Понимаете, это совершенно секретная технология, разработанная за миллион лет совместно пещерными людьми и изготовителями моделей. Когда солнце поднимется, станет слишком сложно что-либо увидеть. Очень большой контраст. Я пытаюсь придумать декорации для сцен с эльфами, так же, как эльфы сами бы создавали свои поселения, которые были частью лесной природы и строились вокруг деревьев вместо того, чтобы сносить их. И мы пытаемся приблизиться к этому, насколько возможно. Это не всегда так просто доставить большие части декораций, которые делаются в Веллингтоне, и перевозятся сюда. Так что мне приходится все время оглядываться на реалии жизни, но я не позволяю им сдерживать мою фантазию. Это была великолепная возможность работать над одной из лучших из когда-либо написанных книг в одном из самых красивых мест мира, с некоторыми из лучших людей из тех, кого я знал. Слишком широкий в этом углу. Загораживает проход? Да. Поток воздуха от лопасти толкал декорацию во все стороны, так что нам лучше избавиться от него и послать сюда несколько человек, самим поставить эту часть на место. Очень просто сидеть в кресле вертолета метрах 200 от земли и говорить: «Ух ты, какой чудесный вид, давайте снимать здесь». Когда у тебя до 3 съемочных групп каждый день в течение 18 месяцев, при таком количестве людей и машин, ты наконец-то начинаешь осознавать размеры и сложность организации съемок. Мы должны продумать все мелочи. Куда они будут ходить в туалет? Как организовать раздачу чая и кофе? Если погода ухудшится, надо будет поставить для них тенты. Что делать с мусором в конце дня? В идеале, режиссер должен думать только о том, как прилететь сюда в день начала съемок, отснять сцену и улететь обратно. Я прихвачу рулон туалетной бумаги с собой, просто на всякий случай. Я думал, эти башни были на другой стороне, но, может быть... Нет, все правильно. Честно говоря, я думал просто поставить голубой задник, когда все станет на место, отснять этот элемент, и это потом станет основой для рисунка, который мы нанесем. Верно. Кажется, дорога не точно по центру, так? Как будто вся эта штука съедет вбок. Когда Гэндальф доедет сюда, камера начнет двигаться и постепенно съедет вот сюда, в бок от стены, и сквозь вон туда, ясно? Хорошо, это должно быть хорошо, просто замечательно. Должен получиться действительно хороший кадр. Ты так думаешь? Действительно хороший кадр, отлично. Думаю, мы задержались в конце. По-моему, мы чуть-чуть задержались в конце. Надо быстренько сделать еще дубль. Я просто пытаюсь быть более точным, но нам надо, чтобы ты
Сейчас, когда твой посох падает, он чуть перекрывает твое лицо. Поэтому надо, чтобы ты наклонил его немного к себе или от себя. После почти 4 месяцев съемок мы наконец-то добрались до сцен со злодеями. Мы отсняли много сцен с Хоббитами, Арагорном и другими героями. И теперь можем увидеть в кадре темную часть истории. Начать создавать такую себе оппозицию. Это здорово. Должно быть весело работать над этим. Так, народ, мы готовы. Снимаем эту сцену. Свет. В этом эпизоде стая ворон, которые были посланы Саруманом следить за братством, влетает через дыру в земле вниз в подземелье под Изенгардом. Для этого эпизода мы используем 4 разных декорации в разных масштабах. Потому что вороны летят вниз вглубь земли, сквозь эти подземелья, один уровень за другим. Это первое подземелье. Над ним у нас есть модель поверхности земли намного меньшего масштаба. Спускаемся в большую декорацию, вот эту. Летим вниз, делаем вираж вот здесь, вылетаем через отверстие в конце этой декорации в другую. Вылетаем из нее и в следующую. И уже в этой декорации у нас будет съемка Сарумана вживую на синем фоне. Для этого, конечно, конец каждой декорации должен закрываться маской, чтобы могли вставить 4-ю декорацию, в которую попадаешь через дыру. Так что мы как бы собираем все это в пакет с конца к началу. Все упорядочено в таком виде. Декорация, маска, декорация, маска, декорация, маска. И так до самой поверхности. Другой надо сместить вперед. Добавление деталей отнимает массу времени. Оказалось, что надо добавлять гораздо больше деталей, чем можно подумать. Просто чтобы достичь того уровня реалистичности, когда масса деталей воспринимается подсознательно. Но для глаз зрителя именно они делают декорацию реальностью. Этим измерителем дыма мы тщательно определяем плотность дыма, чтобы быть уверенными в том, что она остается постоянной во время каждого прохода камеры. Поскольку съемка проходов занимает около 29 минут, надо поддерживать плотность абсолютно одинаковой все это время. Необходимость дыма в том, что эта декорация изображает что-то очень большое. Чтобы создать ощущение, что предметы, которые в реальности находятся в метре от нас, казались в метрах в 15, нам надо создать какую-то атмосферную перспективу. Для этого мы создаем легкую завесу дыма над всей декорацией. Мы снимаем сцену на чистом воздухе, а потом еще раз через дымку. И тогда мы можем соединить результаты вместе и скомбинировать. Когда мы далеко от предмета, он показывается сквозь дымку. А по мере приближения мы плавно переходим от задымленного прохода к чистому. Создается впечатление, что ты прошел гораздо больше расстояния, чем на самом деле. Это один из простейших трюков при съемке маленьких объектов. Создать впечатление, что объект намного больше, чем на самом деле. Нападай. Нападай на меня, нападай. Тыкай. Нет, нападай на меня. Я собираюсь, да-да. Хорошо, сначала сюда, потом сюда и сюда. Они не создают много проблем. Если начинаются проблемы, просто разнимаешь их, и они ничего не могут сделать. Нет, атакуй меня! Атакуй, атакуй, атакуй! Ага. Я не представляю их действительно держащими меч и дерущимися. Иногда им придется, но, как ты сказал, или забраться на кусок стены, чтобы быть на том же уровне, и... Да-да, все правильно. Ну, ты мог это сделать. Да, мы можем устроить так. Вот так. Давай, малыш. Хорошо, хорошо. Дайте больше света с одного из этих. Двое слева, вы, двое, должны затаиться у этой стены, и затем Сэм говорит: «Назад, вы, негодяи!» Вроде бы так. «Назад!» Забыл точно слово. В любом случае, «Назад, вы, такие-сякие!» Хорошо? Да, сэр. «Назад, ты злой!» Падение назад плохое. Ты посмотрел, куда ты пойдешь, и потом пошел назад вот так. Хорошо. Эй, поехали, подвинь мат ближе. Поставь, дай ему еще один мат. Выдвинь этот. Отлично. Хорошо. Хорошо вышло. Чисто. Прекрасно. Или почти. Сделаем еще дубль. Получилось почти замечательно, но не совсем. Господа, чтобы лучше смотрелось, нападайте толпой. Хорошо? Блин, не то место. 5-6. Так, вот почему это высоко. Я хочу, чтобы ты головой достал сюда. Вот здесь. Мне нужна пружина.
Да, ладно. Хорошо, попробуем. Давай, давай, вперед, пробуй. Если это сработает нормально, может быть, мы не будем использовать маски слишком часто. Будет неплохо, правда? Если не использовать маски, как быть с глазами? Думаешь, контактные линзы? Нет-нет, будет неплохо и так. В смысле, мы посмотрим отснятый материал, но, думаю, будет незаметно. По-моему, мы достаточно далеко. Вот, правда? Думаю, ты будешь выглядеть хорошо. Это ведь лучше, чем маска, правда? О, да, ладно. Спасибо, сэр. Мартин, ты выглядишь точно как он. Ты счастливчик. Там польщен. Вроде, ух ты. Всем надо раздеться. Всем раздеться до курток. Штаны можно оставить. Стойте по линии и ведите себя так, как будто ждете автобуса. Когда я скажу поменяйтесь, меняйтесь местами. Но не заступайте за линию, а то потеряете очки. Камера пошла, хлопушка. Начали. Ваша очередь, сэр. Хорошо, теперь бы еще... Если бы вы могли, ну, скажем, немного покачиваться... Рад видеть тебя. Красиво. Как женушка, в порядке? Хорошо, хорошо, верно. Никакого порядка. Привет, привет. Привет. В чем проблема-то? Что, у тебя проблемы? Ну, чего нового, приятель, что нового? Сейчас я покажу. Разрешите мне продемонстрировать, ладно? Все начинают здесь, так? И просто идут. Вот сюда, напротив. Потом... И озираются направо и налево. Странно выглядит, правда? Подходит для старого DVD. Когда буду уезжать, собираюсь забрать мою с собой. Постарайся быть осторожным и не потерять снова, хорошо? Слишком тесная? Нет. Значит, ее передадут следующему. Они нас не ждут. Меня зовут Катрина Толберн. Я задняя часть пони по кличке Билл. Нам нужна небольшая практика на каждом виде местности. По-разному двигаешься в снегу, в грязи, на склоне горы и в болоте. Сначала из агентства в Веллингтоне. Так, дайте нам дорогу, пожалуйста. Спросили, хотим ли мы попробовать с ходьбой на ходулях. Потом нам позвонили и предложили сыграть пони. Что мы собираемся сделать? Видите, где отпечатки ног поднимаются вверх по склону? Когда все готовы, нам надо, чтобы вы пошли вверх по этим следам. Цепочку по одному. И когда Майкл, который играет Гэндальфа, дойдет до конца следов, он остановится. Мы поставим остальных здесь сзади, и это наша начальная позиция. Потом Киран, который играет Фродо, должен немного упасть и скатиться вниз по склону. Вига должен прыгнуть и схватить его. Ну и давайте, начинаем съемку. Так, это кадр с широким планом, нам нужны только основные большие движения. Так что не беспокойтесь о диалоге. Он падает, и потом ты забираешь. Я должен просто... Тебе надо упасть вправо и покатиться. Киран, давай. И снято. Есть сцены, где герои идут через снег. Используя этот продукт, мы можем сделать что-то, сквозь что люди смогут идти. Если оставить на ночь, эта штука станет очень жесткой. Тогда из нее можно сделать частички снега. Ее используют для теплоизоляции домов. Невероятная вещь. Это лучший снег, который у нас был. Снято! Пошли!
Их наполнят снегом в день съемки, устроим обвал здесь, из нашего пластикового снега. Актеры будут идти вдоль верха декорации, мы сделаем обвал, чтобы засыпать их полностью. Ты увидишь, как они посмотрят вверх, типа «что за...» и пелена снега падает вниз. Ты не уверен, что там произошло, и ты видишь, как Гэндальфа сбрасывает со скалы. Актеры пошли. Этот искусственный снег сделан на основе риса. Он очень легкий и экологически безопасный. И вроде бы не вредит глазам. Остальное делалось из других материалов. Воск, разные пены, бумага, лавсан. Но здесь точно глютамат натрия. Глютамат и рис. Не очень-то полезно, без соли. Практически как еда на вынос. Привет, я Джейми Селкерк, занимаюсь организацией постобработки снятого материала. Я заведу вас сюда на минутку показать трейлер Питера, пока он уехал на съемки. Зайдите внутрь. Посмотрите сюда. 34-дюймовый широкоэкранный телевизор с плоским экраном, кассетник, усилитель, видеомагнитофон, DVD и бетакам-проигрыватель. Пит может зайти сюда, когда у него небольшая передышка, пока готовят сложную сцену в павильоне или на природе. Он может присесть здесь, может посмотреть отснятые сцены, выбрать лучшие дубли. Или просто посмотреть какие-то другие свои любимые фильмы. Ну а мы приляжем ненадолго подремать на его диван и включим что-нибудь. Джон, когда прибывает диван? Мы говорили насчет него. Ну и? Скоро должен быть. Не ждите, что я приду сюда заниматься монтажом без дивана. Хорошо, Джейми займется этим. Просто скажите Джейми, что если он хочет, чтобы я зашел сюда посмотреть что-нибудь, здесь надо поставить диван, здесь должен стоять диван. Его привезут в понедельник. О, понедельник неплохо, в понедельник звучит неплохо. Так, ты выходишь, Сэм. Сэм, противник нападает. Бум! Это день рождения Кирана. Когда он был? Во вторник? Да, во вторник. Во вторник у него был день рождения. Так что он уже очень старый, и мы должны обращаться с ним очень осмотрительно. Кое-кто думает, что это его рост делает его болезненным. Но это возраст. Взгляните на точеное, морщинистое. Годы опыта оставили свой след на лице Кирана. А позднее вы увидите, как он носит все наши лица. Это правда? Да, правда. Ты примерял мою маску? Да, вчера. В ней лучше, чем в других? Да, великолепно. Ты чувствовал драматический прикус моей верхней губы? Да, да, правда? Только не пускай слюни в эту маску, ладно? Нет, не буду. Хорошо. В любом нужном кадре мы сделаем плывущую луну. Так, на кронштейне. И... луну? А, в смысле свет, ясно. Если ему нужен свет, проходящий сквозь лес, он влип, понимаешь? Нет-нет, они могут направить камеру вниз вот отсюда, а свет дать сверху над задниками. По-моему, нам придется здесь работать в основном со стедикамом, мне точно. Он частенько тормозит, конечно, но я думаю, он создаст как раз те ощущения, что нужны от кадров. Как раз потому, что могут получиться такие немного плывущие движения. Я не думаю, что здесь нам нужна точность движения экрана или тележки. И думаю, так будет больше чувства свободы. Фродо сзади, а Сэм спереди? Сэм спереди, так. И по команде они просто медленно спускаются вниз. Давайте поставим Брента здесь и двух других самых высоких между этими колоннами. Пойдет. Кто там снизу? Марк. Марк, доброе утро, Марк. Так, общая идея такая. Здесь будет куча ветра и шума, так что мы не сможем с вами говорить. Так что, когда услышите команду «пошли», точнее, сигнал сирены, шаг за шагом, очень медленно, как будто в похоронной процессии, вы начнете двигаться вниз к хоббитам, ясно? Thank you.
Алло, Джен? Привет, Питер. Пожалуйста, не смогла бы ты подготовить записку от меня в художественный отдел? Конечно. Ты можешь? Просто напиши в ней. Питер хотел бы видеть эскизы и разработки всех мелких деталей и реквизита до того, как они попадут на съемку. Не проблема. И что сумка Боромира, которую мне показали сегодня, не подходит по дизайну. Сумка Боромира? Сумка Боромира не годится по дизайну. Мне она не нравится. Хорошо. И Боромиру нужна будет эта сумка в течение следующих 2-3 дней, наверное. Так что пусть они поторопятся с новыми идеями. У меня есть сумка на этом этапе? Нет еще. Мне просто надо... Потому что я не знаю, будет ли она в шахтах моря. Отлично, тяни. Подожди, пока я скажешь мне. Хьюстон, мы готовы. Когда ты дашь команду «камера пошла», камера проработает 10 секунд. И потом Ричи даст команду «съемка». По этой команде Пит запустит пневмопривод сбоку, который освободит перемычку и дверной косяк. Для Ричи команды будет движение камней. После, когда Ричи начнет свою часть, будет 10 отдельных взрывов, довольно быстро, по громкости примерно как выстрел из мелкокалиберки. Но здесь будет хорошее эхо. Хорошо. Б и С. Скорость на А. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Один, три, два, один, мотор! Снято! Все снято! Ричи, давай сделаем еще один такой, просто на счастье. Это было замечательно. Есть множество хороших искусственных звуков, но ничто не может сравниться с настоящим эхом. Настоящая вещь. Нам просто хотелось выбраться из офиса. Ты хочешь... Что ты хочешь делать? Я хочу послушать звук, откуда он идет. Просто на что это похоже. У нас есть набор голосов пещерных троллей, которые Питер прослушал и одобрил. Нам надо проиграть их здесь через динамики, чтобы получить натуральную обстановку тоннеля. В основном будем использовать для сбалансированной настройки и эпизодов, сделанных без камеры. Эй, Дэйв, включать питание? Уже включено. Уже? Достаточно громко? Нет, но достаточно страшно. Можешь выжить еще из нее? Как только мастерская изготавливает скульптуру персонажа, мы переносим ее в цифровой мир. И мостом между физической моделью из мастерской и цифровой моделью здесь, в это Digital, служит трехмерный ручной лазерный сканер. Вот что мы используем для переноса модели в компьютер. В прежние времена мы анимировали движение по кадрам. Знаете, от кадра А к кадру Я, так и было. В результате на анимацию сцены тратилось, наверное, столько же времени, как на съемку по кадрам, а может и больше. Это время уходило на детализацию, в попытках сделать как можно лучше, вместо того, чтобы
просто медленно, осторожно идти по канату съемки по кадрам, где вы идете от кадра А к кадру Я. Гимли отступает сюда. Пещерный тролль думает: «Все, он мой. Знаешь как, там дальше отходить некуда. Он не может пригнуться и поднырнуть». Тролль пытается достать его рукой. И как раз, когда рука тянется к Гимли, в этот момент... Не считая двух хоббитов, прыгающих на спине тролля, большая часть действия в эпизоде до этого момента происходила на полу. Ни на антресолях, ни на втором уровне, верно? И... Ну, знаете, обживая декорации еще до того, как они были построены, когда они существовали только в компьютере, я обнаружил, что если сделать драки и на втором уровне, а не только на первом, мы будем как раз на уровне глаз тролля, что, в общем, неплохо, потому что в набросках камера как-то все время смотрела на него вверх. Сейчас, мне кажется, было бы неплохо попробовать, смотря сколько это продолжается. Это вся продолжительность? Ну да, может быть, половина этого. Это могло бы быть, хотя... Так, наверное, Арагон мог выскочить отсюда и, ну, сделать такой резкий выпад, разумеется. Когда вы отработали базовую хореографию в уменьшенной цифровой декорации, вы можете одеть очки виртуальной реальности и увидеть эту хореографию с точки зрения камеры, которую вы держите в этих очках. Вы хватаете камеру и бежите с ней, и вдруг вы внутри декорации с этим громадным троллем. И вы начинаете работать с камерой практически как телеоператор новостей. Он хотел создать ощущение непродуманности, без оглядки на композицию, мне кажется. Ощущение как будто схваченных живых моментов. Тролль, тролль, пауза! Разбивай двери! Что напрягает в Питере, так это его дурацкие идеи. Знаете, когда он сказал: «Давайте пусть Леголас сбежит по цепи вверх и прыгнет через тролля», я подумал: полная дурость. Но знаете, я бы с таким не вышел. Так что надо глянуть, есть ли какой-то способ пережить это и не отговорить его от этой идеи. Потому что иногда ты слышишь что-нибудь вне всех этих пределов и просто говоришь себе: «Ничего не выйдет, нет, не выйдет». Но я достаточно видел, как Питер работает, чтобы знать: а, он сам за пределами, и б, у него обычно эти запредельные вещи работают. Мы собрались на площадке, эпизод снимает Джефф Мерфи. Собираются снимать, как Орландо пробежит через эту штуку. И как раз, когда они подготовили все для первой пробы, я сказал: «Джефф, слушай, а почему бы нам, может, сделаем так, чтобы посередине он уловил момент, выхватил стрелу и попытался выпустить ее в голову этой твари? Тогда он будет смотреться более агрессивно, а не как акробат. Он попытается выстрелить в голову тролля, но тролль сбросит его раньше, чем он успеет выстрелить, правильно? И мы используем. Посмотрим, сможем ли мы уговорить Питера». Мы поговорили с Питером, он подумал немного, а потом сказал: «Нет-нет-нет, чего тут не хватало, так это, чтобы он реально выстрелил, а стрела отскочила от головы». И он спрыгнул с тролля, чтобы выстрелить еще раз, верно? Вот где-то так оно... Знаете, примерно так выглядело наше сотрудничество. У меня появилась идея, затем у него возникла идея еще круче, у меня возникает идея, перекрывающая его, а у него идея еще безумнее моей. Так что они так и... Все идет по нарастающей. Так, начинаем. Все тихо, пожалуйста. Приготовились? Пошли. Идея, которую нам пытались втолковать Рэнди и Адам, была не делать его злым. Понимаете, они хотели, чтобы он был скорее животным, которое, как питбуль, он просто умеет делать хорошо только одно — разрушать. И им хотелось, чтобы в конце эпизода зритель чувствовал сожаление, что Братство Кольца вынуждено было убить его. Надо было, чтобы он не был похож на хищника или какое-то воплощение чистого зла, пытающееся убить тебя. В конце Адам Валдес снял кадр, где троллю стрела попадает в рот, и у вас возникает мысль: «Ох, бедняга». Такими были указания, которые мы от них получили. Они вынуждены защищать себя, и единственный способ остановить его — это прикончить. Но это не означает, что такое убийство — большой повод для празднования. И, честно говоря,
Я не против, если аудитория почувствует себя как бы запачканной, когда все кончено. Первым персонажем, который мне дали покрыть текстурами, был Балрог. Пугающая задача, учитывая, что он был главным отрицательным созданием в первом фильме. У нас на стене висел великолепно сделанный скульптурный макет. Мы сняли и сфотографировали его. Эти кадры я использовал как основу, чтобы смоделировать, как складки будут переливаться по телу. Потом я взял фотографии кожи слона и использовал их, чтобы добавить мельчайшие детали в текстуру поверхности. По-моему, в общей сложности на Балрога около 14 тысяч текстур. И это даже просто совместить разные слои вместе, это куча работы. Особенно на существе, которое само себя освещает. Он светится изнутри, как будто постоянно горит. Так что нам нужно было выяснить, насколько сильно он может светиться. Мы старались довести свечение до предела. Получилось несколько мест, где он раскалялся до бела, и нам пришлось немного убавить яркость. И это, конечно, только половина существа. Потом копируем текстуры на другую сторону туловища. Таким образом, художник по текстурам может быстрее покрыть поверхность и посмотреть, как примерно будет выглядеть существо, прежде чем делать вторую половину работы. Это просто разные точки зрения. Здесь показано, как сцена будет выглядеть на экране. А здесь этот же момент действия с разных ракурсов. Можно покрутиться вокруг и посмотреть, как это будет смотреться с разных сторон. Это отображение того, где Гэндальф в конечном варианте. Я обнаружил, что мне очень трудно было сделать переход от Балрога, идущего вперед в угрожающей манере, к понимающему, что из-под его ног ушла опора. И тут есть переход между этими состояниями, который было сложновато ухватить. Когда декорация умирает, она попадает в декорай. У нас есть человек, которого зовут начальником удара. Гранд Фахей приходит со своими крохами-эльфами и все разрушает. Делается все очень быстро. Они начинают сверху и спускаются вниз, сметая все. Все кончено. Печально. Это наша связь со спутником. Мы отправляем СВЧ примерно на 3 километра. Потом по спутниковой связи, бог его знает, насколько далеко, сигнал идет в Веллингтон, потом в космос. Потом он возвращается обратно и идет в Тианау, потому что там все остальные. А это... Пойдем со мной, кое-что покажу. Нет. Я только что вспомнил, что Питер сегодня с нами, так что ничего никуда посылать не надо. Это было бы глупо. Кейт Бланшетт движется этой дорогой, чтобы пройти по реке. Привет! Теперь вам надо вернуться той дорогой, по которой мы пришли сюда утром, и вы увидите первую группу конусов. А здесь пара светильников. Светят прямо через первую тропинку. Кейт сейчас прибудет, но нам пришлось везти ее сюда, поэтому миссия ищет самый чистый путь для Кейт до места съемок. Движемся. По-моему, Галадриэль чуть высокомерна и немного перевозбуждена из-за ее статуса. Нам не обязательно нужны лодки, она могла бы добраться автобусом, ну или на метро. Что характерно для Питера Джексона, он никогда не скажет тебе сделать что-нибудь, пока не сделает это сам, так что сейчас он собирается влезть в воду. Мистер Фродо! Посадите его, осмотрите ноги. Микки, где ты? Посадите его и осмотрите ногу. Хочешь сесть на пляже или в кресло? Я дойду до кресла. Ох, блин, кажется, дело плохо. Иди сюда, мы можем в принципе... Нет, все нормально. Верно, не хочу даже думать. Ага. Хватай стул.
Думаю, там в воде палка торчала прямо вверх, и я приземлился прямо на нее. Осторожно, осторожно. Так, сейчас еще и кровь идет. Да, болит здорово. В смысле, не знаю. По цепи внизу ступни и просто отдери, чтобы можно было добраться до раны. Нормально? Наверное, надо тебе поднять ногу повыше. Так? Не слишком высоко? Нога болит. У меня действительно было предчувствие как раз перед тем, как начали съемку, что я получу травму, но я думал, что это произойдет во время прыжка через бревно. Прыжка через бревно? Ну да, здесь куча бревен. Да нет, я просто... Осторожно, бережно. Судя по виду, возможно, получится. Вокруг пальцев. Но это приклеено вот здесь. О, боже. Не, так, хорошо. Там уйма крови, приятель. Пусть Марк держит полотенце наготове. Там уйма крови. Придется наложить тебе здесь 3 или 4 шва. Эй, Марк, можешь убрать эту штуку сюда? Нет, она липкая. Будет болеть, но знаешь, все будет в порядке. Сейчас машина до Тианао, 20 минут, чтобы доставить вертолет сюда, и, наверное, минут 10 до Тианао. Добро, так и делаем. Неплохо. Хочешь отодрать эту штуку? Да. Подождите, мне надо видеть камеру, я должен видеть камеру. Не перекрывайте крупный план с травмой. Двигайтесь. Чувствую себя как школьник. Мы винчиваем шуруп все глубже и глубже в твою лопатку. Сейчас немного порепетируем, чтобы Шон немного попрактиковался со своей стрелой. Привык к стреле. Привык к тому, что он человек со стрелой, выбивающий ей глаза. Всем держаться подальше, подальше. Всем держаться подальше, что бы вы ни делали. Мотор? Нет! И тогда мои урукхаи, так одетые, с помпонами, подбадривали бы меня. Давай, Лурц, давай! Давай, Лурц! Больно! Хорошо сыграно. Лучше поцелуй тут. Арагорн бежит. На перерез остальным. Появляется в последний момент, и он делает так. Отрубает голову, потом он возвращается. При монтаже действия у Амон-Хен, главной битвы в конце фильма, редактор попросил о нескольких вещах. Он отметил, что нам нужен крупный план момента, когда Арагорн замечает, убив Лурца, он замечает, что его товарищ Боромир умирает. Происходит переход от победы к трагедии. И он бежит к Боромиру. Нам надо ухватить этот переход. И нам также нужен момент, когда Мэри и Пиппин понимают, что сейчас их схватят. Нужен кадр глазами Урука, подходящего к ним. Когда будешь нападать на Ричи, пригибайся и бей вниз вот так, как будто падаешь. Я хочу, чтобы это выглядело так, будто ты движешься прямо на камеру. Очень много усилий уходит на то, чтобы все это сделать, и во мне нарастают конфликты. Но в данный момент самое важное для меня — закончить этот фильм. Помощь Питеру таким образом — самый адекватный способ это сделать. Но это не дает мне возможности выполнять другие мои обязательства. Потом поднимаешь свой меч и вот так. Он чокнутый. Можно сказать, что он снимает свой собственный фильм, который имеет очень слабое отношение к тому, который делаем мы. Но нам приходится держать его в хорошем настроении. Надо, чтобы он был счастлив и весел. Так что мы просто даем ему камеру и персонал, и он счастлив. Теперь он не треплет нам нервы. Блестящая схема. Продолжай. Это было прекрасно, гораздо лучше. Да. Хорошо. О, Виго, извини. У тебя вид, как будто ты хотел сделать намного больше. Эй, Виго, ты снимаешься или нет? Мы могли бы его использовать, да. Я жду. В любую секунду они могут сказать, чтобы я возвращался к работе. Чем больше разных вариантов ты даешь во время съемок дублей или предлагаешь другим актерам, тем больше шансов на то, что произойдет что-нибудь интересное. Если ничего не делать, думая, а, они все равно это не используют, ты не дашь им ничего. И когда ты работаешь в том темпе, в котором мы работаем здесь, никогда не подумаешь об этом, видя, как я тут рабачу. Но это я просто в прерыве между съемками. Ну, у нас не так уж много времени, чтобы сделать все правильно. Так что чем больше ты выплеснешь тут, тем, я думаю, лучше. Наверное, пойду-ка я лучше получу свои слова. Я оставлю это на время.
Вы машины для убийства. Двигайтесь вперед с намерением убивать. Движения должны быть плавными, а не как на ходулях. Покажите, на что вы способны. Спасибо. Нам надо добиться рейтинга PG-13. Но знаете, я надеюсь сделать фильм относительно жестким для PG-13. Так что ничего удивительного, если первый вариант получит R-рейтинг. И нам придется вернуться к монтажу и вырезать некоторые сцены. Это общее направление действий, так что мы получим PG, но только-только втиснемся в рамки за счет того, что вырежем некоторые сцены. А потом все, что мы вырежем, войдет в издание на DVD. Знаешь, у тебя веки очень плотно лежат. Повредишь ему глаз. О, начало входить. Как чувствуется? Великолепно. Продолжай смотреть вниз. Хорошо. Подвигай вверх и вниз. Отлично. Можешь открыть глаз или слишком... Слишком сильно? Нет, нормально. Он говорит нормально. Давай посмотрим. Он быстро учится. Ты появляешься, остальные появляются за тобой. Томас появляется и убегает. Так что ты будешь в кадре всего лишь 2-3 секунды. И мы гарантируем, что они появятся прямо за тобой. Мы побеспокоимся, чтобы все остановились без проблем. Толпа должна просто убежать в кадр и схватить гоблина. Так, хватай гоблина, хватай. И снято. Стоп. В порядке? Снято. Единственная разница между костюмами героев и массовки гоблинов в том, что герои носят легкую кольчугу, созданную и изготовленную специально для этого фильма. Кольчуга сделана из материала в пятеро легче стали, поэтому персонажи могут носить ее длительное время, не чувствуя усталости от веса. Вот эти кольчуги. Целая куча. Это доспех марийского орка, над которым я сейчас работаю. В одном таком готовом доспехе 13 тысяч колец. На изготовление одного доспеха уходит примерно 3 дня. На некоторые значительно больше, если кольчуга из меньших колец. Сижу здесь и соединяю эти пластиковые колечки. И мне это нравится. Крыша потихоньку едет, но все равно нравится. Я над этим сижу уже непрерывно 5 месяцев. Заработал мозоли на кончиках пальцев. Но все равно мы их доделаем. Добро пожаловать в наш пузырь. Добро пожаловать. Это был наш дом в течение последнего года? 2 лет. Нет, это помещение в нашем распоряжении только год. И заложник. А, да, заложник. Как можно забыть заложника? Он все еще не выдал свои секреты. Мы использовали 5 миллионов колец. Получилось бы 10 километров цепи, если каждое кольцо поставить на ребро. Единственная причина того, что мы это знаем, это количество материала, заказанного у поставщика. Тут вдвое больше кольчуг, чем было заказано сначала. Представьте, что мы почувствовали, когда внезапно всех трюкачей в ущелье Хельм одели в кольчуги и скомандовали драться по полной программе. А я стоял там и думал, да... Надеюсь, они выдержат такое, потому что они на это совсем не рассчитаны. До сих пор все выдержали. Давай попробуем, хорошо. Я просто хочу посмотреть. Посвети сюда. Давай, Киран. Хорошо, давайте еще один раз. Просто еще один раз. Поверни здесь, повернись и согни колено. В живот, в живот. Бей сюда, все, ты готов. Thank you.
Ты как? Это Джон. Позовите Питера. Джон, немного... В порядке? Да. Джон, ты в порядке? Да. Так, сегодня днем мы имеем честь принимать здесь Кристофера Ли. Многие эпизоды с ним получились сильным фоновым шумом. Жужжание от вентиляторов. Поэтому он приехал на переозвучивание диалогов. Петли, как это еще называют. Записать заново свои слова. Величайшая сила. Величайшая сила. Нет, я думаю, это сила. Хочешь еще? Думаю, это слово сила. Три кольца высшим эльфом под кровом светил. Самая известная цитата из всей книги. И не только это. Семь властителям гномов под кровом земли, девять смертным через жребий молчаний могил и одно повелителю гибельных сил. В царстве Мордора мрачном, где тени не легли, отыскать их, собрать их, предать их ему, воедино сковать их и ввергнуть во тьму. В царстве Мордора мрачном, где тени не легли. В море мы перевели текст, который написали Филиппа и Френ, основываясь на сценах в море, а Дэвид Сейло перевел его на язык гномов. И мы использовали. Я поставил этот текст для чисто мужского хора. Оркестр расположен примерно так же, как он располагается в оркестровой яме в опере. Представьте, что авансцена оперной сцены — это эквивалент экрана в кинотеатре. Хор расположен так, что звук идет как бы с экрана. Хор поет прямо сквозь экран, а оркестр ниже него. Партитура включает разные стили музыки, от начала 20 века до самого конца 20 века. Музыка в фильмах появилась из музыки оперной, и эмоциональный аспект оперной музыки и то, как он был использован в театре, просто он привлекал меня концептуально, ну, как работать над партитурой. Расскажу маленькую историю, связанную с музыкой. У Билли когда-то было дерево-труба, которое он посадил у себя в саду. Да, это было чудесное зрелище. Но явился городской совет и выкорчевал его. Предварительный монтаж похож на строительство дома. Мы как бы перебираем самые разные звуки и звуковые эффекты. Думаю, надо чуть-чуть усилить. Сотни различных записей. Мы пытаемся решить, как наложить их на видеоряд. Для нас это тот момент, когда мы видим, как фильм расцветает, привносит совершенно новое измерение в то, каким он будет в итоге. Великолепное ощущение. Питер озвучивал фырканье призраков. Голос Френ — визг призраков, Питера — фырканье. Для записи ее первого визга мы включили два устройства, и ни одно из них не справилось. Да уж, знаю, невероятно. Она выдает какую-то реально тревожащую частоту в голосе. Да-да, и уровень звука тоже. Мы стояли в комнате напротив нее, и она выдала такой вой. У меня волосы сдуло как ветром, и краска начала облизать. Это явно не просто еще один фильм. Многие из нас реально пожертвовали многим, чтобы участвовать в этих съемках, потому что очень верим в него. Добро пожаловать в Ривенделл, Фродо Бэггинс. Закончим все через неделю, и я вздохну с облегчением. В общем, один готов, осталось еще два. Но у меня будет небольшой перерыв, и после него я наверняка почувствую себя лучше. И запущу съемки второго фильма. Озвучил по субтитрам Иннокентий, 33 апреля 2013 года. Перевод субтитров на нотопиноиде.